собака боится шума, моя Беллис, например, очень боялась шума. Когда я вытрушивала пакет на улице, она всегда убегала. Любой источник шума ей был крайне неприятен. Бонечка, сейчас, как видите, вся моя стая присутствует, пока я здесь делаю, продолжаю делать диван из поддонов. И Беллис вот абсолютно адаптировалась к шуму. В перерывах я ее глажу, поощряю, уделяю ей внимание. Она этому очень рада. А так, пока я включаю аппаратуру, она просто лежит в сторонке и ждет своего звездного часа. Когда же ей уделят время? Когда же, да? Вот. Да, это я, да, там это я. Так как уже шум продолжается третий день, сегодня она лучше всего на него реагирует. Она не прячется, потому что раньше она пряталась в будку, сейчас она уже не прячется. Находится рядом. Так что, вот вам такой вот секрет, как побороть боязнь шума. Конечно, рядом с собакой мы не включаем инструменты, не пугаем собаку. Пускай она отойдет чуть-чуть и продолжаем работу. Smile, some people called it rhythm and soul.